Джунейд, сынок, мне очень больно. Как ты? Сестра Назира, прошу. Я не хочу делать тебе больно. Ты никогда не сможешь делать мне больно, сынок. Я знаю, все, что ты скажешь мне, это от твоей боли, которая в твоем сердце. Но если я сейчас не скажу то, что хочу, меня же совесть замучит. Фарида не может так поступить, она не такая девушка. Наверняка здесь что-то не так, может, ты расследуешь это дело? Тетя Назира, хватит. Вчера я дал ей последний шанс. Ее парень пришел и все рассказал. Давай не будем это затягивать, прошу. Джунейд, да этот фильм и 5 копеек не стоит. Ты ему веришь, что ли? Он готов пойти на все ради денег. По нему видно. Я это поняла. Ты что, не понял? Тетя Назира. С Фаридой у меня все покончено. Пойми это. У бедняжки никого нет. Это же грех. Кто знает, где она всю ночь ночевала. Она рядом с любимым человеком. Алло, любимый. Хандан, ты где? Со вчерашнего вечера не могу с тобой связаться. Я сейчас пришла к сестре Илдес. Вечером вчера у меня телефон выключился, я не заметила. А что такое? Да ничего. Жди там, я сейчас приду. Хорошо. Рада тебя видеть, Хандан. Я тебя тоже, сестра Элдес. Проходи. О, сестра, яичница прям как ты любишь. Я специально для нее это и сделала. Ох, ну спасибо, матушка. А я тут на что? Видишь, она всегда все делает для тебя. Сестра. Все нормально? Все нормально. А что случилось? Ты задумалась? Нет. Я просто думала о долге за продукты. Я утром проверила. Там много накопилось. Не волнуйся, я все погашу. Матушка, я и работу себе не смогла найти. Вся работа, все на тебе. Да ничего страшного, найдешь работу. Главное, чтобы с тобой все было хорошо. Сестра. Что ты будешь делать? Ты простишь Кемаля? Требуются работники. Это тоже на самом деле неплохое. А, я говорила вот про эту модель, сестра Элдес. Прекрасная, не так ли? Шикарная. Ну знаешь, что я думаю? Там, где юбка, и на груди должны быть еще камешки. Как думаешь, лучше будет? Да, да. Так хорошо будет. Я хочу задать тебе вопрос, сестра Элдес. Помнишь, к тебе приходила женщина на уборку? Ну, которая последняя работала. А, сестра Севги. А она еще приходит к тебе на уборку? Скоро еще буду звать ее. Мне очень нравится ее работа. Она такой хороший человек. А, у нее же еще дочка есть. На юридическом или где там она учится? Ага, Бахар. То есть ты ее тоже знаешь, да? Нет, я ее один раз видела. Но она очень красивая и умная девушка. Это Кемаль. Я открою.
Рада тебя видеть, любимый. Адан, собирай свои вещи, мы уходим. Дорогой, что случилось? Не задавай вопросов, мы выходим. Кемаль, что случилось? Ничего, сестра, это наше личное с Хандан дело. Да зайди ты сначала внутрь, успокойся. Немного поговорите, а потом уйдете, куда хотели. Сестра, говорю же, нет никаких проблем. Это касается нас, Хандан. Ну же, Хандан. Спасибо, Назира. Сестра, ты на меня обиделась, я знаю. Но это сердце матери, я не смогла сдержаться, горю ее. Ну а я кто, Назира? Я тоже мать. Моему сыну больно, я все это вижу. Что я могу поделать? Сестра, Назира. Думаешь, я не разочаровалась? Я взяла ее, вырастила. Была ей как вторая мама, поддерживала ее. Пошла против мужа ради нее. Считала, что она достойна моего сына. А что она сделала? Она вонзила нам нож в спину. Если бы ты увидела то, что видела я, ты бы не сказала эти слова сегодня утром, Назира. Больше никто в этом доме и никогда не будет произносить ее имя. Тебе понятно, Назира? Значит, ты пожалеешь об этом. У тебя даже опыта нет. Чтобы заваривать чай, нужен опыт? О, ну конечно нужен. Нормальный работник грамотно расходует газ и воду. Там уже хороший работник не только этим занимается, он еще на звонки отвечает и помогает коллегам. Ты сможешь этим заниматься? Я постараюсь сделать все, что получится. Нет, это мне не нравится. Ты должна была сказать, что все сделаешь. Наше место особенное. К нам многие почитаемые люди приходят. Ты не показываешь, но я вижу, что тебе очень нужна работа. Ладно, иди завари чай. Посмотрим, как у тебя получается. Ну давай, удачи. Вы взяли меня на работу? Ну подожди радоваться, еще посмотрим. А, и никакой страховки, сразу говорю. Документы о прописке завтра принесешь, чтобы мы знали, где ты проживаешь. Все-таки мы тебе доверяем кафе. Документы о прописке? Да, документы о прописке. Мы же должны знать, где ты живешь, на какой улице, в каком городе. Ну, в общем, ты справишься. Все, иди. Куда мы едем? Кемаль, что происходит? Скажи что-нибудь. Мы еще поговорим. Ты говоришь, мы еще поговорим? О чем поговорим? Любимый, что происходит? Скажи мне. Почему ты в спешке вытащил меня из дома? Кемаль, я спрашиваю, куда мы едем? В деревню. Ты сказал в деревню? И что мы там будем делать? Я ничего, но тебе есть что сделать. Ты будешь извиняться перед Бахарой и ее матушкой за все, что ты сделала. Ты поняла меня? Ты будешь извиняться. Ты сегодня 5 раз ошибся в расчетах. Вот, в бухгалтерии прислали. Разберись, брать. Джунейд. Так нельзя. Приди уже наконец себя. Хочешь, пей. По миру путешествуй. На Эверест заберись. Не знаю, что-нибудь сделай. Погуляй, приди уже в себя. Не позволю тебе работать в таком состоянии. Все нормально, отец. Не надо преувеличивать. Сынок, в таком состоянии нельзя работать. Съезжай где-нибудь на 20 дней в Европу. Или лучше поедь там на дачу. Отдохни.
Поделай, что хочешь. Правда, все нормально. Да. Спасибо, отец. Разобьешь же, доченька, поаккуратнее. Извините. Цвет хороший. Сколько пакетиков ты закинула? Никакого творчества, надеюсь? Как вы сказали, два пакета и один пакет с ароматом. Молодец. Попробуем на вкус. Хорошо, молодец. Втулку выпила. Воду тоже подготовила. Хорошо. Я... могу вас кое-что просить, если вы не против? Проси. Я знаю, с первого дня... Вы меня правильно не поймите, мне просто правда очень нужно. На самом деле, нужно немножечко денег. Даже часа не прошло, а ты у меня такое требуешь. Оставь все, оставь. Ну все, до свидания. Вы меня неправильно поняли, прошу вас. Посмотри на меня. Каждый день такие, как ты, приходят ко мне. Думаешь, я что, могу обознаться? Правда, мне очень нужно, я бы не стал. Ну, конечно, таких, как ты, даешь деньги им, а потом ищи по всему городу, ну уж нет. Все, до свидания, до свидания. Кемаль, что это за место? Почему мы сюда приехали, не понимаю. Это дом Бахар. Ты хорошо знаешь это место? Бират мне все рассказал. Он от Бахар все узнал. Ты извинишься. И перед Бахар, и перед ее мамой ты извинишься. Почему я должна извиняться? Ты лучше меня. Знаешь, за что ты должна извиняться, Хандан? Чтобы отстранить Бахар от меня, ты позвала ее маму к себе домой. Ты издевалась над этими людьми. Но тебе этого не хватило, ты еще и к ним домой пришла. Быстро выходи. Не выйду, Кемаль. Не могу. Выходи, говорю. Почему мы здесь? Кто такая Бахар? Я ничего не понимаю. Кемаль, не неси всякий бред, ты не разочаровывай меня этим. Хватит. Это ты бред несешь. Ты сейчас выйдешь, извинишься перед этими людьми, и мы закроем эту тему. Я не сделал ничего, чтобы извиняться перед ними. Эта девушка пыталась отбить тебя у меня. Да, для него это сложный день, однако. Так он не отвертится. Я сказал ему погулять, отдохнуть. Не послушал. Вы как братья. Лучше понимайте друг друга. Хорошо, дядя, я поговорю с ним. Пусть делает то, что пойдет ему на пользу. Пусть немедленно избавится от этого состояния души. Отправляйтесь в путешествие на нашей яхте. Не знаю, что-нибудь организуй. Это будет сложно. Ты знаешь Джунейта, он очень упертый. Он сейчас не покинет офис. Но ты не волнуйся. Я найду способ, чтобы он как-то развеялся. Увидимся. Ого, Бират. Что ты здесь делаешь? Ты не уехал? Еще долго до моей очереди. Честно говоря, долго бы ты там сидел, я бы уехал. Да, к сожалению, недолго продлил собеседование. Будем из-за того, что я студент, ты опять не возьмут на работу. Да не переживай ты. Найдешь ты себе работу. Садись. Бахар. Можно я скажу кое-что? Раньше ты не была такой. То есть как? Ну, раньше ты была более жизнерадостной, более веселой. Ты постоянно улыбалась. Нет, Бират, я все так же улыбаюсь.
Может, ты улыбаешься, но на самом деле это нет. Бират, со мной все нормально, правда. Кемаль тебя любит, Бахар. Причем очень сильно. Нет, я никогда это не сделаю. Никогда я не извинюсь. Они не дома, но ты не спаслась. Не сегодня, так завтра, но ты извинишься перед этими людьми. Так, ну, хватит уже, Кемаль. Я ничего не сделала такого. Это ты что вытворяешь? У нас была помолвка, у нас будет свадьба. Приди уже в себя. Дорогой, не страшно. Я забыла, честно. Я на тебя не злюсь. Мы переживем эти дни, я знаю. Ну пойдем же. Не пройдут эти дни, Хандан. Нет, они пройдут, любимый. Все наладится, вот увидишь. Хандан. Я люблю Бахар. Ты понимаешь меня? Я ее люблю. Не смотри так. Ты и так знала обо всем. Я с самого начала хотел тебе сказать об этом, но постоянно что-то мешало. Нет, молчи. Прошу, молчи, Кемаль. Хандан. Кончено. Все кончено. Нет, Кемаль. Нет. Хандан? Хандан, все нормально? Нормально все, Хандан? Хандан? Чего ты замолчала? Нет. Послушай, я одно время бредил. Подумал, что люблю тебя. Но все позади. Ну, мы с тобой друзья. Ты можешь рассказать мне обо всем? Я знаю. Бахар. Если я тебе говорю, что Кима любит тебя, значит, я что-то знаю. Я верю в эту информацию. А ты поверь мне. Ну... Все, чего я хочу, чтобы ты была счастлива. Для тебя Кемаль правильный человек. Тебе уже лучше? Лучше. Давай уедем отсюда. Хорошо. Ты уверена, что не хочешь в больницу поехать? Нет. Я просто хочу уехать отсюда. Давай уедем отсюда, любимый. Ладно. Thank you.
Тебе что-нибудь нужно? Послушай, Хандан, я не хочу делать тебе больно, обижать тебя. Ладно, Кемаль. Не будем разговаривать. К тому же, все позади. Ничто не позади, Хандан. Ты не понимаешь. Послушай, я с самого начала должен был рассказать тебе, но я побоялся. К тому же, тебе тогда было плохо. Но потом ты сама узнала про Бахар. Кемаль, ладно, все, молчи. Нет, нам нужно все обсудить, Хандан. Хандан, не хочу я тебя слушать. Не говори то, о чем будешь жалеть потом, не смей. Хандан, я не буду об этом потом жалеть. Потому что я долго об этом думал. Кемаль, иди. Ты не знаешь, что ты говоришь. Ты бредишь. Хандан, не надо все усложнять. Разве я не говорил тебе, что он все еще работает? Ну все, вставай, мы уходим. Вставай, нельзя так много работать. Ну-ка, что происходит? Подождите, едем ко мне. Из Мексики посылка, там внутри текила. Отдохнем немножечко. Выезжайте, мне не хочется. Кузен, ты сейчас ты отказываешься, выпей чуть-чуть. Да правда, у меня нет настроения, езжайте, говорю же. Будто тебе только больно от случившегося. Нам тоже так-то больно. Ну-ка, ради меня, прошу тебя, ради меня. Ну уже, ладно, пойдем. Ну все тогда, пойдемте, выходим. Но сразу говорю, пить будем до утра. Иду. Фарида? Бро, я не знала, куда больше идти. Дорогуша, что это с тобой? Моя обувь. Ладно, подожди, потом снимешь. Ну-ка, присаживайся. Что это с тобой случилось? Бру, я... Хорошо. Хорошо, не напрягайся. Расскажешь потом. Принесу тебе что-нибудь теплое. Хандан. У нас с тобой были прекрасные дни. Мы выросли вместе. Но между нами не любовь была. Не говори так. Не хочу. Не говори. Не хочу я это слышать. Хватит. Хандан, прошу тебя. Мы с тобой были просто друзьями. Возможно, мы просто привыкли друг к другу. Молчи. Ну хватит. Молчи. Хандан, я должен тебе это сказать. Я знаю. Тебе грустно. Но то, что я говорю, это чистая правда. Я не могу тебя больше обманывать. Тебя, себя, Бахар. Не называй ее имя. Не хочу слышать. Не говори, не принимай это, молчи. Хандан, прости меня. Прошу, прости. Ведь я люблю Бахар. Я люблю ее. Нет. Нет, ты не любишь ее. Черт подери ее. Нет, нет, сказала. Нет, нет, нет. Thank you.